Салют всем, друзья, с вами Серега, и вы на канале Про Пайку. Сегодня у нас необычный видос, сегодня у нас будет распаковка. Сегодня у нас сухпай, который дается, не знаю, солдатам, не солдатам, но ко мне он попал от погранцов. Так что посмотрим, что ест наша армия латвийская, да? Что едят латвийские солдаты и люди, которые защищают наши границы. Что здесь написано, я не буду пересказывать, здесь до хрена чего, в принципе, много чего. Будет видосик, картиночка, и вы там все, если хотите, почитайте. Хавают они здесь до хрена на самом деле. Нормально наших кормят, 100%. На 2103 калории здесь еды, поэтому, ну, это так, это очень даже неплохо, насколько я понимаю. Я только не понимаю, это дают им один раз в день или три раза в день? Напишите в комментариях, кто знает, если у нас есть служивые ребята, напишите что да как. Будем вскрывать, будем пробовать, что едят наши солдаты. Я так понимаю, здесь и еда обычная, и сладкая, и все, что хочешь тут есть, да? Полный рацион. Будем вскрывать. Ну а пока мы не вскрыли, я прошу, как всегда, только об одном. Подпишись на канал, дружище, поставь лайк, нажми на колокольчик, там все эти дела сделай с комментариями, и будет отлично. Потому что я делаю для вас видосы с огромным кайфом. Сделайте и вы для меня такие вот мелочи, как подписка, лайк, колокольчик и комментарий. Буду благодарен вам просто нереально, честно говорю. Ну что, давай, попробуем. Ну давайте, распаковка. Вот такой вот мощный пакетик, да? Пакетик мощный. Ну давай вываливать отсюда, что здесь у нас имеется. Имеется у нас тут всякое разное. Так, пакетик сюда. Итак, здесь у нас, это я так понимаю, изюмка. Вот такая вот. Так, здесь у нас еще один пакетик. Здесь у нас, я так понимаю, кофе. 4 пакета кофе, да, растворимых. Нескафе, да. Даже не 3 в одном почему-то. Можно было бы, ну ладно, это дешевле, да, наверное. Так, у нас тут чай Липтон с лимончиком. У нас тут, я так понимаю, это спермент. Спермент у них тут. Power Gum. Спермент, жвачка, короче, да. Влажная, тихо, влажная салфеточка у нас тут. Чаечек, жвачка, ложка одна. Так, это у нас сахар. Сахара 20 грамм, да, 20 грамм. Две такие вот упаковочки, да. Две такие упаковочки. Потом, это какие-то персиковые приколы. Это какой-то персиковый прикол. Джем. Персиковый джем. Потом здесь джем, я так понимаю, земенью. Это земляника или что это? Да, у меня с латышским вообще беда, конечно. Так, потом рисовая крупа. Бонбонита. Цитрик. Слицес. Короче, я не знаю, честно говоря, что это такое, на каковском это написано. Соус, пена, вот тут, короче, хер его знает. Но это рисовая каша, а это что такое? Состав сукурс, ага, сироп. Короче, хер его знает. Покажи, что там написано. Вот такие вот, вот таких вот два, да? Вот такой и вот такой вот. Потом хлебушек в упаковке этой герметичной, такой толстый. А, там их два кусочка хлеба обычных, да. Здесь у нас что? Здесь у нас для того, чтобы делать огонь, да, горелочка. Соответственно, железячка вот такая вот, сухой спирт, я так понимаю, это, да, и коробок спичек. Эта горелочка, я так понимаю, как-то вот так вот это все делается, да, наверное? Или как? Ну, нарисовано как-то так. Так, вот так, наверное, да? Мангальчик. Тихо. Ну ладно, это мы сделали вот так.
Хомуха, ветер поднимается. Это мы сделали. Тушенка. Вистас галя арисем. Или что это такое? Ну, давай попробуем тушеночку, да? Что это у нас тут получится? Так. Поджигать мы здесь не будем точно, но плюс-минус. Давай попробуем. Так, что у нас? Как у нас тут тушенка это? Ну, ложка, короче, максимально неудобная, это, конечно, есть. Я скажу, она даже холодная, вкусная. Мяса много. Она прям мясная. Блин, если в магазине такие продавались, было бы круто, конечно. И рис, и мясо. По специям порядочек тоже. В принципе, это очень даже съедобная штука. Прям нормально. Если ее подогреть, вообще будет перфекто. Вопрос. Ну, у солдат, наверное, вода с собой есть, наверное. А в чем это заваривать? Ну, рис. Рис как рис, наверное, да, там? Давай сюда вот насыпем. Рис, даже не рис, покажи. Какая-то вот такая вот субстанция, непонятно, даже не рис, это какие-то, хрен пойми, что это такое, это даже не рис какой-то. С рисом разобрались. Что у нас здесь? Бонбонита. Цитрик слайсес. Или что, как слисес? Это, не знаю, тут на литовском, что ли, написано, или что? Какой-то непонятный язык. Я и латышского-то не знаю, плохо знаю. А литовский так для меня это вообще что-то неизведанное. Так, ё-моё, какие кайфы, ё-моё. Понял? Барбариски, ё-хайды, конфеты. Ха, вообще пушечное дело, смотри. Конфетосы в размере 6 штук, в количестве 6 штук, 7. 7 штук. Ха, кто-то в армии... Фанат Криштиану Роналду. 7 номер. 7 конфет, говорит. Держите, пацаны. Ну вот как-то так. Типа это туда завари, это туда завари, это то сделай. Изюмчик. Хлебушек обычный. Спирт. Ну джем, ну это по-любому заводское. Должно быть вкусно. Блин, ну эта штука, я тебе скажу конкретно, вкусная. Угу. Прям хорошее куриное мясо с рисом. Да, ништяк. Но в принципе, я не знаю, как это в походах все это естся, ну, на боевом дежурстве. Но, в принципе, это перекусить. Ну, наверное, это все-таки на раз дается, наверное. Наверное, потому что мне человек говорит, что... Три раза в день дают им эту штуку. Ну, значит, это не такое, что на сутки, а чисто так. Ну, вот как-то так, друзья. То, что у меня попалось в руки, я вам показал с большим кайфом, с удовольствием посмотрел, что едят у нас. Если понравился вам видос, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, комментарии, все эти вещи сделайте, по-братски прошу. Не забывайте, скоро будут майки. Уже совсем скоро. Ну как совсем, но они будут 100%. Разработка идет логотипа из со всей майки, а потом там запустим в печать это, и штучек 10 мы сделаем точно. Сука, дорогие майки, однако, я вам скажу. Ну 10, я же сделаю штук 10 точно, их мы в каждом видосе по маечке будем разыгрывать. Ну а дальше посмотрим, что это будет делать. Возможно, будет возможность ее купить потом. Так что вот как-то так, друзья. С вами был Серега и канал Про Пайку. Подписывайся, не забудь. Всем пока.